В социальных сетях появились кадры плачевного состояния российской армии в Украине. Автором кадров являются сами русские солдаты. На видеозаписи видно большое количество русских солдат, собравшихся во дворе и внутри ветхого здания. Говорят, голодают уже 3-4 дня. Нас закинули сюда, как на пушечное мясо, а теперь хотят подписать бумагу о нашем увольнении. Нас хотят освободить от службы, как будто мы никогда не были в Украине. Нас якобы привезли на тренировку. Трупов и раненых не забирают. Мы ждем, когда нас отведут на границу. Говорят, нас вернут, но не возвращают. Наши ноги промокли, мы голодаем. Спим на земле, в воде и грязи. Это российская армия, добавил солдат. Окружающие подтвердили его слова. Просто пустили на пушечное мясо, вот. Вот все ребята тут ели. Кто вырвался, кто остался жив, вот мы тут стоим. И нам говорят, чтобы мы подписывали какие-то бумаги, чтобы они прикрыли сами себя. Чтобы задним числом уволить. Да, они хотят нас уволить задним числом, как тех, которые не вернулись, вот не приехали сюда, которые остались в полку. А мы находимся вот тут вот. Вот. Они нас привезли как будто на учение. Вот. И все. Охуенное учение. Да. Нахуя чему на учение? Не вывозят тела, ничего. Да, не могут. Да, не могут. Вот. Мы сейчас ждем, пока нас просто переведут через границу. Нам уже третий день говорят, что нас отвезут. Нас никто домой не везет. Скажи, что мы спали на полу и покрыли обстановку вот. Без палаток, без еды, вот. Без воды. Вот где мы спали. Вот. У нас все ноги мокрые, не знаем, что уже делать. Вот так вот они работают. Они хотят сами себя прикрыть. Армия России, это армия России. Мы приехали сюда, взяли